Ну, вот недалеко морпорт. Ну, а эти вот круги, которые нарезали возле морпорта, вот это можно посмотреть на аккаунте Видеодорог 2 без ускорения с реальным аудиокомментарием. С оригинальным я имею в виду. Впереди камера. Ограничение 40. Так, здесь останавливались на ночевку. Ну вот, на этом место, наверное, довольно-таки останавливал. Хорошее, но видно и видео. Площадка заасфальтированная, потому что примерно вот, еще час, можно, наверное, определить и по количеству автомобилей движения в темноте. Сколько находится, сколько здесь туда их бывает. Скапливается. Но опять-таки, это, скажем, уже очень скоро устареет информация, очень скоро, потому что в мае планируется запустить мост автомобильное сообщение между Крымом и материковой Россией. Это место уже будет не актуально. Но для истории пусть останется. На полуострове Крым, так там вообще пусть кто-нибудь из зеленых пересмотрит, потом скажет, да, но насколько изменились условия нет. Для посещения Крыма. Движение в сторону порта. Ну, дальше направляемся уже в сторону парома. Но нужно будет менять. Сейчас. Ну вот сейчас пытаюсь рассказать, как переправиться на пароме. Но повторяю, эта информация уже к маю месяцу будет устаревшей. В мае месяце, как пообещал президент Владимир Путин, будет открыто автомобильное сообщение через Керченский пролив. Так что в какой-то степени это кадры исторические. Керченский залив. Керченский пролив. К сожалению,
Не знаю, какую кнопку я нажал на видеорегистраторе, но аудио, оригинальное аудио пропало. Поэтому оставшуюся часть до Симферополя я поставил, чтобы мне было не скучно смотреть, поставил музыкальные композиции с фанатики Ютуба. Ну, что буду делать дальше? Сейчас пока размышления или Москва-Кемерово, потом Москва-Севастополь, или Москва-Красноярск, или Россия из... Или Россия из окна поезда. Это не очень удачно получилось с аудиосопровождением. Но видео Москва-Севастополь, аудио будет оригинальное.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.